На улице Калинина в Новоивановском заработал новый офис сервисной управляющей компании «Одинцовская теплосеть». Организация «Наш дом» создана на базе ресурсоснабжающего предприятия. Она будет обслуживать 23 многоквартирных дома. Это более 10 тысяч человек. После открытия за услугами приходят более 25 человек ежедневно. Офис находится на первом этаже. Это очень удобно, особенно для жителей преклонного возраста. Здесь можно решить большинство вопросов, связанных с ЖКХ. Опыт создания таких сервисных управляющих компаний будет продолжен.